Пусто! Пусто, блядь! Здравствуйте, Максим. Здравствуйте. Мне сказали, что вы самый известный и старинный старьевщик города Орла. Не самый известный, но да, занимаюсь я сбором всякой старой техники. Старой, современной, необычной. Ага. Вот. Но это тема для долгого и другого разговора. К сожалению, надеюсь, более... Ну, на самом деле, я с вами встретился по поводу... Да, по более печальному, конечно, поводу. Ну да. Неожиданно. У нас сегодня разговор пойдет о хорошем человеке, безвременно ушедшем из этой жизни, о Виталии Николаевиче Кушнерчаке, в простонародье Вито Рэмбоза. Вот хотелось бы узнать, как вот вы, со скольки лет вы вот знаете Вито Рэмбозу, как познакомились? Ну что, я в Орле с 99-го года, вот, и со всей, в общем-то, орловской рок-н-ролльной музыкальной публикой, ну, практически с тех же времен, в общем-то, плотно знаком. Вот. И Ступо, естественно, знал, как бы, понаслышке, и про Рэмбо тоже рассказывали дофига. Я его знал заочно, как человека, который, в общем-то, индустриальную культуру в Орле одним из первых начал пропагандировать. То есть, насколько я понимаю и знаю, в конце 90-х, начале 2000-х, да, когда еще весь народ висел на панк-роке, металле и прочих таких мейнстримовых жанрах, уже тогда Виталик как бы говорил: ребята, вы что, вот еще столько вот всего, посмотрите, послушайте. Ну, знаю, что когда он работал на телевидении, на Орловском, он, например, писал MTV по ночам на видеокассеты, просто эфиры. Потом эти эфиры люди по городу переписывали себе просто, чтобы, так сказать, просвещаться, слушать, смотреть. Потому что, ну, это, ну, понимаете, это не то, что сейчас, тогда информации не было. Тогда не было ни интернета, ничего. Ну да, в Москву люди на горбушку гоняли. Виталиком там иногда. Саблин такой был еще тоже, покойник. Замерз лет 20 назад, наверное, больше уже. Так вот, Рэмбо, я его, ну, знал как такого фрика, как бы, и, как сказать, особо не общался, как бы не пересекался. Первый раз я пересекся с ним, такое место было, как АК, все его знают, и не только в Орле, Леша Бороды, клуб в гараже. Вот, и как-то, по-моему, на одном из шумовых фестивалей, вот, я пришел, и мне Леха показывал, говорил: смотри, вот Рэмбо сидит. Вот, ну, Рэмбо да Рэмбо, как бы, что с ним. На тот момент не общались, вот, а... В 2014 году, наверное, 14, да, 5 лет назад, был такой случай. Уже в интернете я с ним в друзья добавился, уже как бы вот эта вся пошла тема, так сказать, с медиа позиционированием и Виталика, и Костика Ступина. Вот. Ну и как-то ночью сижу я, на следующий день ехал на концерт Мотархед. Вот. Ну, что-то скучновато, и пишу Виталику: пиво хочешь? Он такой: хочу! Огромными буквами отвечает. Я говорю: ну, приходи. Вот. И пришел он ко мне, наверное, как-то вечером, там, часов в 11, может быть. Ну, просто, как бы, по сфере интересов понятно, что, в общем-то, общего дофига. И как-то так вот подружились. То есть вас связала электронная музыка, я так понимаю? Ну, электронная и вообще, как бы, широкий круг. Мне был очень интересен его кругозор, потому что, как бы, при общении я просто понял, что человек знает, ну, такие вещи, которых я не знаю, хотя я, в общем-то, не жалуюсь на недостаток, в общем-то, на тот момент тоже, как бы. Ну, а вот что ты можешь сказать вообще вот в целом вот о Вито Рэмбозе? Вот какой он был вот по характеру человек? Да добрый был он парень. Добрый. Очень, очень жалко, что его не стало, на самом деле. Он сам для этого, он, как бы, всегда говорил, что я разрушаю, убиваю себя сам. Это мой выбор. Я ему много раз говорил, что, типа, хочешь, может, мы тебя пролечим, еще что-то. Он такой: нет, как живу, так и живу. Добрый, интересный, веселый. парадоксально. Но у него взгляды были человечные, гуманистические. Как бы, вот, сколько с ним общались, у него... Ну, без говна он был. Не кинул меня ни разу, ни на что. Хотя, как бы, и не было каких-то совместных дел. И зачем они нужны, в общем-то. Вот. Ну, я так понимаю, что в свое время Вито Рэмбоза очень много сделал для развития вот, музыки в Орле. Тут как свежий он подвижник был, оставался. Он как бы... Ну, его мнение многих интересовало, на самом деле. И не просто вот с кем там выжрать и там, таблеток сажать. Это психонавтика, это личное дело каждого. Я к ней относился в разные периоды жизни по-разному. Сейчас отношусь ну, негативно, скажем так. Вот. А это его был выбор, да. Но он, если у тебя в голове ничего нет, ты можешь сожрать гору наркотиков, выпить бочку водки, от этого ты умнее не станешь. У Виталика было по-другому. У него от его, не знаю от чего на самом деле, но у него сочеталось его комплекс химических зависимостей, да, и кайфомания ну, в явном виде, с какой-то такой добротой, да, и не... Он ни от кого ничего не требовал и не ждал. И врагом он никому не был, но только себе. Себе, да. Он пил бы до смерти, вне зависимости от того, участвовал бы он в каких-нибудь проектах, наливал бы кто-нибудь ему, там, не наливал, там, давал еще что-то, не знаю. Я иногда тоже у себя сам спрашиваю, вот, а не приблизил ли я его конец, да, тем, что, ну, естественно, спрашивает стольник, да что мне стольником жалко, что ли, пузырь купить, это, конечно, не жалко. Я понимал, что если я ему не куплю, он пойдет какой-нибудь чемердос дикий, блин, возьмет за 50 рублей, и сегодня, типа, он приблизится на 3 дня ближе к смерти, чем если он возьмет...